Добро пожаловать на канал Миклух и Макфлай. В сегодняшнем видео небольшой мастер-класс по изготовлению кожаного чехла на ремень. Чехольчик универсальный, соответственно, размеры тоже универсальны. В данном случае я взял отрезок 6 на 18 сантиметров. Что можно носить в данном чехле? Можно ножик, можно зажигалку, можно какую-нибудь мелочь. Это уже на ваше усмотрение. Вырезаем из кожи нашу заготовку. Специальным инструментом выбираем полоску в том месте, где у нас заготовка будет сгибаться. Ну и сгибаем отрезок 8 сантиметров. С незагнутой стороны формируем клапан для того, чтобы наша сумочка могла закрываться. В конечном итоге все должно выглядеть примерно вот так. С обратной стороны заготовки делаем 4 отверстия. Соединяем отверстие, получается выемка под ремень. И теперь необходимо установить кнопку на клапан. Видео, кстати, о том, какие бывают кнопки, как их правильно устанавливать, все об установщике кнопок есть уже на канале, поэтому закончите смотреть это видео, можно будет посмотреть видео о том, как правильно ставить кнопки. На данном этапе получился очень широкий браслет. Теперь края необходимо склеить. Я пользуюсь самым обычным клеем Момент. Наношу, жду, когда подсохнет, это минуты 8. Потом соединяю и простукиваю молотком. Закругляем нижние углы, чтобы все было красиво. Обрабатываем торцы. Приступаем к шиванию. Сначала нужно разметить линию под шов. Размечаем тем же самым инструментом, которым в последующем будем пробивать отверстие. После чего пробиваем отверстие. Берем две иголки и специальную вощеную нитку. Шить будем, собственно, двумя иголками, как вы, наверное, догадались, и иголки будут идти навстречу друг другу.
Наждаком обрабатываем торцы. Натираем их воском. И затираем специальным инструментом. В самом конце проходимся спичкой вдоль всех кромок. Таким образом воск оплавляется и приобретает такой темный красивый оттенок. Наш чехольчик готов, осталось его нацепить на ремень и положить туда то, что, собственно, там будет храниться. В данном случае это будет ножик Equinox. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Можно и лайк поставить, и на канал подписаться. Это был Миклуха Макфлай. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.